Своих делегатов на творческий конкурс «С песней по жизни», организованный областной организацией Белорусского товарищества инвалидов по зрению, прислали 13 первичных районных и городских организаций. Вот уже 3 года, как главными героями сцены, здесь стали только самодеятельные коллективы. Нам больше интересно находить новых людей, таланты, чтобы они раскрывались в своем творческом потенциале. Потому что у нас много есть людей, которые выступают уже на больших эстрадах, участвуют в различных конкурсах республиканских, международных. И, конечно, конкурировать с ними, ну, может быть, это даже нечестно по отношению к другим участникам. Перед началом основной программы прошло награждение победителей и призеров областного интерактивного конкурса художественного чтения «Женщина, любовь и весна». Из 16 участников жюри выбрало лучших из лучших, отметив поэтические таланты и филигранное владение словом. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Ну, для того и, наверное, все-таки самодеятельность. Потому что не каждая наша первичная организация имеет именно художественного руководителя. И здесь уже навстречу приходят управление по молодежи и культуре, именно местное. В районах мы им очень благодарны. Для 135 самодеятельных артистов песенный фестиваль – это не только возможность показать свои таланты. Конкурс давно превратился в настоящий праздник, на который собираются добрые друзья. Я музыкант по образованию, и вот как участвуешь на конкурсах где-то, есть конкуренция. А здесь идут все за одного. Все конкуренты, но они все за одного. Вот, и здесь настолько приятно, вот приезжаешь, я уже сюда приезжаю, я уже всю нашу область знаю, меня знают, и я их знаю. И это настолько приятно, это вообще. Для всех участников конкурса песня стала окном в мир. Тот, кто плохо видит яркие краски окружающего мира, черпает вдохновение в музыке и поет душой. Для меня песня – это моя жизнь, получается. Когда я пою, я живу, да. С первого класса я в школу пошла, я начала петь. И вот до сих пор пою, уже 57 лет. Для нас большой праздник, потому что мы готовимся целый год, мы любим петь. Нас вот сплотила песня. Все наш коллектив, кто вот в коллективе занимается, очень любим народную песню. И поэтому с удовольствием находим время, приходим на репетиции. И поэтому конкурса мы очень ждем. Ирина Альшова, Эдуард Баконович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.